Паспортный режим для собак. Согласно новому закону, домашний питомец стал не только другом человека, но и полноценным членом общества. Теперь хозяева животных обязаны носить документы на четвероногих. Европейские стандарты ввели и в Казахстане. Появление на улице собаки с нарушением правил может обернуться для ее владельца штрафом. Если, значит, владелец питомца выгуливает собаку в общественном месте, он должен в обязательном порядке, собаке должен быть присутствовать намордник и, значит, поводок не длиннее 1,5 метра. Значит, с 23:00 до 6 утра выгул собак запрещается, а также у владельца должен присутствовать, значит, санитарный паспорт. В санитарном паспорте должны быть указаны данные на животное и наличие прививок за последние 12 месяцев. Кроме этого, животное должно пройти так называемый курс управления. Проще говоря, питомца необходимо обучить основным командам. Средняя стоимость одного занятия с частными дрессировщиками – от 2 до 3 тысяч тенге. Продолжительность курса – как минимум 10 уроков. Более того, хозяин обязан носить с собой контейнер для экскрементов. В противном случае, при нарушении хоть одного пункта правил, полицейский вправе составить протокол и выписать штраф в 3 МРП. Это чуть больше 6 тысяч тенге. Жители Астаны уже поддержали нововведение. Делают все очень правильно, потому что, во-первых, чище дорожки, элементарно ребенка можно на траву выпустить, пройтись. Но тем не менее, хоть закон такой ввели, все равно ходят. Несмотря на то, что это домашняя собака и то, что она ручная, как говорят, что не бойтесь, это наша собака, но это все-таки зверь. И может быть инстинкт сработает в любой момент, на ребенка кинуться и на прохожего, и на взрослого. Все-таки нужны поводки и намордники.